анонс и точно до выхода 68-й серии сериала «Уилл Эфир». 68-я серия сериала выйдет в эфир 31 августа. Ранее в сериале мы увидели, как в особняк семьи Келькитиоглу приехала полиция. Они должны арестовать Гуляй, так как им пришел донос о краже. Таким образом, ее считают вором. Мама Фирды в шоке, она не верит полицейским. Говорит, что уважаемая семья Келькитиоглу не может иметь никаких связей с воровством. В конце концов, команда арестовывает Гуляй и уводит машину. Маме Фирдевс становится плохо. Тогда Арзу предлагает рассказать обо всем Алим. Но Фирдевс настолько запрещает это, чтобы лишний раз не беспокоить господина. Азиз все еще думает о Мерьем, об их любви. Мужчина вспоминает последний разговор с ней. Он его забавляет. Кажется, девушка уже начала воспринимать свои чувства всерьез. Когда же влюбленные воссоединятся? 68-я серия сериала будет в эфир 31 июля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.